Состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберцы. В дистанционном режиме народные избранники назначили дополнительные выборы по 7-му многомандатному избирательному округу. Это связано с досрочным прекращением полномочий депутатов Михаила Петрунина и Андрея Хромова. Статья 71 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и правах участия в референдуме граждан Российской Федерации предусматривает обязательное проведение дополнительных выборов в случае, если в избирательном округе осталось заключенными менее 2/3 депутатских мандатов. На сегодняшний день у вас в 7-м многомандатном избирательном округе распределено только 2 депутатских мандата из 4. 22 депутата единогласно поддержали решение провести дополнительные выборы 13 сентября 2020 года. Также народные избранники рассмотрели и приняли изменения в устав городского округа Люберцы.